Мы продолжаем знакомить наших телезрителей с музыкантами, которые претендуют на поездку на Евровидение. Сегодня на нашей сцене группа Eyewear Experiments. Я бы хотела напомнить вам, что первый финал отборочного тура пройдет 13 февраля, и второй финал отборочного тура на конкурс Евровидения пройдет 20 февраля, и Eyewear Experiment имеет номер 4. Поэтому, если вы захотите за них проголосовать, вы запомните номер 4. Хандо, фронтмен группы, признался мне, что они не всегда выступают вот в таком составе, не всегда такое количество красавиц вокруг него, которые замечательно владеют струнными инструментами. Это было сделано специально для конкурса Евровидения, и он говорит, что эти очаровательные девушки отлично его мотивируют и вдохновляют играть еще лучше, потому что они бесспорно знают и умеют гораздо больше, чем он сам. Но все-таки у Хандо я очень хочу спросить, вы действительно хотите поехать на Евровидение? Я, muidugi. Miks mitte? Sellepärast, et seal on väga palju rahvast vaatab seda konkurssi või kontserti ja meile meeldib mängida lavadel, kus on väga palju publikut vaes. И Ханда говорит, да, действительно, почему бы и не поехать на Евровидение, ведь это такой большой конкурс или концерт, который смотрит такое количество людей по всей Европе, а нам нравится играть там, где нас смотрят. Но какая ваша самая большая мечта? Какая суррем тея музыка унистус здесь? Kõige suurem unistus. No, praegu on kõige suurem unistus see, et me saaksime oma albumi välja anda. Mm-hmm. Ehk siis, kui kõik läheb hästi, siis aprilli keskel tuleb meie debüütalbum välja ja siis me unistame sellest, et väga palju inimesi kuulab seda ja väga paljudele see ka meeldib. Но все же наша главная цель сейчас – это не поехать на Евровидение, а выпустить альбом, над которым мы очень давно работаем. И если все будет хорошо, то альбом уже появится в апреле. И, конечно, мы его представим публике, и мы надеемся, что очень много людей его услышит. А кто ваш самый любимый музыкант? Кто вас действительно вдохновляет? Ma arvan, et meie muusika maitse läheb väga nagu äärmusest äärmusest, et meile kõigile meeldivad bändid nagu Prodigy ja Rage Against the Machine, kuni selleni, et Florence and the Machine ja kõik muud machine'id, mis maailmas on. Et jah, see on väga äärmusest äärmusest. Честно сказать, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что наши вкусы, они такие с крайности в крайность. Нам нравятся такие банды, как Prodigy и Rage Against the Machine, и, в общем, и другие группы, где есть в названии слово «машина». В общем, мы любим хорошую, качественную, добротную музыку. Ну что ж, сейчас я оставляю вас наедине со зрителем, а сама с удовольствием послушаем. Палентем. We'll be right back.
burning reeds they lie tired, just free, fall.